Всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня обзор будет пластин для стемпинга с официального сайта Born Pretty. Целая кучка у меня здесь. Значит, 186-я Николь Дайри. Сейчас я потом вскрою и посмотрим все как следует. Потом, значит, что у меня здесь еще? L004 от Born Pretty. Опять же, Николь Дайри 187-я. Вот эти вот текстуры Born Pretty. Это L014. Так, вот такая большая пластинка L30. Очень классно от рисунки. Затем вот это вот, наверное, тоже уже у всех есть. Николь Дайри 176. И вот такая вот 177-я тоже от Николь Дайри. Сейчас я пленочки сниму и буду проводить тестирование. Итак, я обезжирила пластинки. Давайте поближе каждую рассмотрим. Хочу напомнить, что это пластинки с официального сайта Born Pretty. И ссылки на каждую будут обязательно в описании под видео. Заглядывайте, переходите. Сейчас у них стартует распродажа. Большие скидки. А также промокод всегда в описании под каждым моим видео. Там будет 10% для каждого покупателя, на каждый заказ будет скидка 10%. Нужно ввести мой промокод, и автоматически у вас скидка сработает. Действует по всему миру. Поэтому не бойтесь, девчонки. Ничего там страшного нет. Такой же сайт, как и AliExpress. Смотрите цены. Может быть, со скидкой будет даже выгоднее, чем на Али. Так, и вот эту вот пластиночку давайте поближе посмотрим. Вот это классно вообще. Красота. И переходим к тестированию. Итак, хочу начать с обзора вот этой пластинки Born Pretty L004. И я сейчас отпечатаю все рисуночки. Здесь очень тонкие линии, поэтому нужно пошустрее работать. Не очень хорошо отпечатывает. Попробуем Beauty Big Bang Lock. Я не понимаю, что не так. Возьмем Николь Дайри. Ну вот, с Николь Дайри хорошо работает с лаком. Работает хорошо. Итак, вот рисуночки выглядят вот так. Очень быстро надо работать. И вот смотрите, с Born Pretty лаком у меня вообще не сработало. Это Beauty Big Bang более-менее. И лучше всего с Николь Дайри. Отлично просто сработало. Очень тонкие линии. Единственное, вот здесь вот тоже рисунок не пошел. И, ну, в общем, очень быстро надо работать с этой пластинкой. Следующая у нас будет L014. Сейчас также попробуем со всеми лаками. Так, Born Pretty. Отлично. Beauty Big Bang. Ну, здесь уже толстая линия, здесь хорошо все работает. Николь Дайри попробуем. Эта пластина работает замечательно со всеми лаками. Здесь более толстые линии, конечно, это играет свою роль. В общем, работает отлично. Следующая пластинка Николь Дайри 176-я Born Pretty. Beauty Big Bang. Отлично. Николь Дайри. Какая красивая малина.
Плохо отпечатались, надо побыстрее, тонкие линии. Хотя странно, здесь все нормально было. Итак, здесь тоже присутствуют тонкие линии, и надо, конечно, побыстрее с ними работать. Вот здесь у меня плохо отпечаталось. В общем, надо в темпе себя держать. Смотрите, какая красота вообще, да? Следующая пластиночка. Николь Дайри 177. Размазалась немножко. Здесь что мы видим? Все отлично работает. Ну, совсем тоненькие линии, конечно, пошустрее надо. Опять же, я как капуша. И здесь все отлично. Следующая, 186-я Николь Дайри. Не получилось. Ну, здесь, опять же, лучше всего работают с лаками Николь Дайри. Может быть, он у меня более свежий такой, не знаю. Хотя остальные тоже не старые. Ну, в общем, тоненькие линии, опять же, здесь. И вот эти мне прям очень понравились рисунки. Вообще шикарная пластина. Следующая у нас 187-я Николь Дайри. Цветочки очень интересные. Давайте с Born Pretty лака начнем. Эта пластина работает просто шикарно. Хоть здесь и точки, и тонкие линии, но она просто обалденно работает. Без всяких проблем. Переходим к пластинке L33. Сейчас посмотрим, как будет работать. Очень интересно.
И здесь вот эта большая пластинка тоже замечательная просто. Вы только посмотрите, какие тут рисунки невероятные из точек, которые вот эти. И работает все просто замечательно со всеми лаками. Внизу вот эти вот точечные тоже просто невероятные рисунки, обалденные. Пластинки классные, в общем, работают замечательно, но надо пошустрее с некоторыми. И всем спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.